здесь напиши. Наші открытые зоні. Вони зроблені зі сталі. Зустрічайте справжніх атлетів. Орленс. Аплодисменти, команда Барлайнс. Больше аплодисментов мы ожидаем! Это шикарно и это неповторимо! Я хочу больше эмоций от публики. Смотрите, смотрите внимательно. Смотрите внимательно. Ой-ой-ой-ой-ой. Это очень. Это очень. Это очень серьезный уровень, господа. This thing draws me, draws me.
Подождите. Команда! Ай. Господа, снимайте видео прямо сейчас, выкладывайте в соцсети. Это, несмотря на то, что воркаут становится все более популярным, по-прежнему редкое зрелище, только за счет уровня мастерства участников. Команда Warlines – одна из лучших известных мне команд в наших пенатах. Поэтому смотрите за их тренировками. Вы можете прямо сейчас подчеркнуть для себя много интересного. Ну там что сейчас будет? Проем! Невероятно! Насколько они крепкие? Это нужно понимать, что на улице сейчас довольно-таки прохладно, но вот где-то это не преграда, потому как они преимущественно занимаются на улице, поэтому готовы выдержать любые условия. Потрясающе! Аплодисменты! Мы, кстати говоря, сейчас напишем еще один флешмоб, в котором смогут поучаствовать все присутствующие здесь. Видно, как непроизвольно у девушки появляется урывка, а у парней мотивация. Ребята, поднимаем брусья. Просто снарядных уже не выдержал. Надо как-то пофигеть. Присоединяйтесь к нам, все, кто даже не ведет, но пока хотя бы на словах. Но сегодня начнет. Сегодня начнет, а дальше и дела подтянутся за словами. Давайте еще разочек. Я веду здоровый образ жизни. Супер. Может быть, вы никогда не делали этого на фоне автомобилей и ракет. Такое сочетание уникальное. Команда Workout, а не про ретро-автошоу. Я веду здоровый образ жизни. Мы ведем здоровый образ жизни. И все ведут здоровый образ жизни. Workout! Workout! Господа, это было прекрасно. Вы можете повторять. Я думаю, что сейчас как раз отличное время, чтобы подойти. Автограф, не автограф, но пожать руку и спросить, как стать на путь здорового образа жизни у тех людей, которые продвинулись уже на этом пути. У вас есть такая возможность, друзья, подходите прямо сейчас. Бросай ручки, тебя снимут. А нет, снимут. Все, прилип. Ой, скажи, было весело. Вот так первые шаги, первое движение на турнике. А потом, глядишь, поработал над собой и чемпион.
элемент. Прекрасный элемент. Да, все, что нужно, это брусья, турник. Ну, это то, что из внешнего. А самое главное, это сила воли, желание и мотивация. Может быть, вы спросите у этих ребят после окончания выступления, в чем мотивация каждого, почему они этим занимаются и как долго они шли к такому уровню мастерства, который уже не стыдно показать не только Днепру, но и всей Украине, а даже и миру. Чемпионат мира – это, друзья, очень серьезное соревнование, и мы горды, что днепряне постоянно подтверждают там свой класс. Очень зрелищный элемент. Как он называется? Это был баланс на брусьях вдвоем в паре. А сейчас демонстрация стойки на руках. Невероятно. Вот, кстати говоря, мотивация очень простая. Так, ролью личного примера показывать. Насколько здорово, здоровый образ жизни, насколько это круто, модно. Движение воркаут занимается развитием массовых и доступных видов спорта. Привлекает все больше, больше, больше людей к своему направлению. Вот такая вот походка бога, это не просто флажок, а статико-динамическое упражнение, отжимания во флаге. Браво! Похоже, Евгений спит в этом положении. Поприветствуем, пошумим, друзья! Толик, ну что, ты посидел? Да. Да. Все, я... Хватит, да? Несколько, да. Спасибо. Я напоминаю, это у нас такой конструктивно неожиданный элемент в машине. Гриль. Он заточен под выезды на пикник. Тут готовятся сосиски, шашлыки прямо на капоте. Горячая штучка этот запорожец. Тут будут, если что, будут еще угощать, да? Ну, уже так. Уже так, уже за деньги. То есть на аукционе будут продавать. Забрали все, а мне не хватило даже попробовать. Ну, бывает, конечно. Если щедрый хозяин, то у него всегда себе не хватает. Ну, хотя бы посмотрите, как это шикарно выглядит. Можете попробовать повторить это со своей машиной. Гриль в Запорожце. Спросите, как это конструктивно оформить. Возможно, совет поможет вам. Понятно, что у заднеприводной и переднеприводной машины будут разные решения. Но все реально. Задний привод. Не, у кого задний, у кого передний, ну. Так а багажник остался?
Спасибо. На старт! Внимание! Марш! Поддержим, поддержим, поддержим! Запорожье, поставленная ваза, но запорожец побеждает! Он легче! Он легче! Ну что ж, друзья, легче, и как всегда, запорожец выигрывает конкурс «Драк пива». Мы поздравляем команду автотранспортного техникума, которая этот запорожец холила, лелеяла, толкала и готовила. Мы выпишем дипломы участникам, и через 5-7 минут на сцене состоится официальное награждение победителей конкурса «Драк пива». Всем спасибо! Возвращаемся в центральную часть выставки.